Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Виктория, можно просто Вика. И я бы хотела провести четвертую часть нашей прямой трансляции, нашего совместного плетения во вторник. Это получается уже в России сегодня, а также в 7 часов вечера, ну, может быть, 7:30 вечера. По московскому времени мы с вами сплетем вот такие вот розочки, потому что очень хочется закончить нашу миниатюрную композицию. Вот такие розочки мы сплетем с вами. И также я думаю, что я доплету вместе с вами, ну и вы со мной, куст сирени. Значит, для розочек вам понадобится зеленый бисер и красный бисер номер 10 либо 11. И тоненькая проволочка. Проволочку можно использовать 0,3 мм и 0,6 мм, желательно зеленого цвета. И для куста сирени желательно крупный бисер, любого цвета можно выбрать. Я вот здесь комбинирую, миксую. Она еще не собранная, я просто их объединила. И хочу доплести вместе с вами. Бисер номер 6, 4-миллиметровый понадобится, совсем немножко. И бисер 10 либо 11 для зелени, для наших листочков. И плету я ее на проволоке 0,3 мм. Если есть 0,4, замечательно. А вот у меня, к сожалению, запасы этой проволоки закончились, поэтому обходимся 0,3. Пожалуйста, напишите в комментариях, если вас устроит это время. Сегодня во вторник, получается 11 июня, в 7, либо в 7:30 вечера по московскому времени. И всем пока-пока, до новых встреч!